Пацаны, короче, привет. Напоминаю, мы ездили в Польшу. Съездили охрененно, да. Познакомились с Саньком. Охеренный пацан. Не доезжая до дома, у нас сломалась, короче, коробка. 180 километров не доезжая. Я не знаю, может, я уже там где-то раньше буду говорить об этом. Ну, еще раз напоминаю, короче. Не доехали до дома, 180 километров примерно. Нас притащило наш немецкий АДАЦ, который стоил бы мне 500 лойров примерно. Примерно 500 лойров стоил бы мне. Но у меня есть страховка, и все это дело оплачено. В принципе, нормально, мы об этом не жалеем. Мы об этом ждали, что коробка сломается, да. И сейчас начнем делать. Короче, сейчас 2 часа дня. 2 часа дня. И надеемся, часика за 5 мы ее поменяем, да? Вон, сантехник уже, короче, печку включил. Печку включил. Ботаник наш. Уже не очкарик, а ботаник. Короче, включил печку, залез под машину и уже начинает крутить. Короче, я думаю, это будет проблем с карданами и тормоза. Да? Угу. Что там такое? Не знаю, это систему не понимаю. Систему не понимаешь? Угу. Короче, берешь ножницы по железу, обрезаешь все. Давай. А потом все на сварку садим. Сейчас как посмотрели на градусник, у нас было всего лишь навсего 5 градусов, что такое тут внутри. Мне как бы не холодно, нормально. Ну, на всякий случай включили печку, чтобы нас там ботаник не замерз. Ботаник, он живет в ботаническом лесу, ему надо, чтобы было тепло. Ботаник, ты там? Да. Уже снял коробку? Нет, посмотрел, как надо снять. Нормально, я тут, бля, болтаю, ты должен уже давно снять ее. Тогда давай ключик дай. Ключ? На 10? Погнали, не. Короче, быстрее подругу мы идти, Джастин, чем головку на 10. Головка на 10 всегда потеряна, ребята. Да, это всегда правда. Короче, быстрее найти подругу где-нибудь, чем головку на 10 в гараже. Так что понеслась. Будем, ну так, что-нибудь снимать по этому, по ходу пьесы, да? Короче, кончаем пиздеть, надо работать. Все. О, один уже нырнул. Да. В мотор. Удобно. Так, сколько времени прошло-то вообще? Ну-ка посмотрим, сколько времени прошло. Время 3. Ну, в принципе, почти все мы открутили, короче. 3 часа за час мы почти все открутили. Ну, там осталось мелочи как раз. Как раз вот те самые интересные как раз. Гаечки, где-то там они между мотором. Ну, у тирана меньше места, да? Да, меньше. У тирана меньше. Короче, сейчас сантехник что-нибудь сделает. Сил не хватает? Не-а. А знаешь почему? Мало каши кушал. Ты мало каши ел, пацан. Да. Там, короче, блин, холодно под низом, а? Пол холодный. Мне тут тепло. Тебе тепло? Да. Конечно, у тебя вон русская это, солдатская форма. Тебе насрать. Не-а. Не хочешь? Может, мне залезть? Давай попробуй. Давай. Нырну я. Давай. Сейчас толстый залезет. Сейчас залазю, прикинь, кенгурятник, хуяк оторвался такой. Кун-кун. Опа. Ах, люблю я это дело. Опа. Вот так ложишься. Так, чтобы знать, в какую сторону крутить. На хун? Вниз. Вниз, да. Вниз крутим. Вот это было. Как удобно-то, а? Каши мало ели. Кажется, я уже мотор оторвал, а гайку хрен. Ой, ни хрена, прикинь. Ох, хрен, там, кажется, палец сломал уже. Подожди. Сейчас победим. Знаешь, что сюда удлинитель нужен. О-о-о-о. Зацепился. Я поймался. Вот удобненько, да? Пацанчик. Это удобненько. А нам все равно. Любишь кататься? Mm-hmm. Люби саночки возить.
Такая вроде была поговорка. Да. Вот так просто. Нахрен наны, прикинь. Вот сволочь, да? Я его побью. Сейчас. Блин. Печатка застряла. Потерял гайку. Дай-ка. Дай-ка. Чё, фантастишь? Да, это фантастишь, юный. Да, здесь фантастишь. Нет, это так не получится. Надо что-то думать другое. Места она больше, чем, да? Чем на тирана. Да-да. Но она, падла, крепко прикручена. Что-то надо думать. И не прошло и часу. Это как, знаешь, акушерка, да, роды принимает. Тоже, блядь. Опа, пошла! Да, я слышал. Ты слыхал? Да. Ты слыхал? Она пошла. Нифига, застрял, блядь. Что, удобно? Вообще, блин, так всю жизнь провел бы туда. И мотор теплый, представляешь? Как-то рак. А ни хрена, прикинь. Пузо греет, да? Ага. Знаешь, что надо? Дай мне молоток большой. Давай. Давай, молоток. Ня? Знаешь что, надо другую какую-нибудь палочку подлиннее. Что не такое? Статер? И сюда. Нет, нет, не совсем статер. Сюда вот раз, вот так вот раз. Нажимаешь. Оп. Оп, пошел. Пошел. Прикинь, пошел. Пошел. Это, блядь, что, не идет? Пойдет. Мамой клянусь, пойдет. Да. Надо. Ключ уже. Уже 5 оборотов. Прошел. Ключ спина переставить. О, все. Эти карики. Все. Он все. Проиграл. Лучше этот возьми там. Проиграл. Не-не-не. Где он? Все, он проиграл. Да ну нафиг. Не надо, короче, знаешь что? Чтобы вот моторист, который мотор ремонтирует. Он должен маленький быть. Лилипут. Короче, он должен такой сильный быть, как я. Я же сильный. Но маленький должен быть, как лилипут. Чтобы раз сюда нырнул, прям вот так вот. Прикинь, крышку открываешь, чик, нырнул там, вынырнул через поддон. О, все. Ключик. Перчатку. Все, пошел я. Пальцами, прикинь. Тан-тан-тан-тан-тан. Надо опять хорошо смазать. Та-да-да-да-да-да-да. Опа, я одной рукой, прикинь, коробку уже держу. А куда ты болты складываешь? Вот туда? Угу. Блин, а. Люблю я коробки менять. Я тоже. Все, точно все открутили? Наверное, да. Самый интересный последний очередь. А стартер что откручивать будет? А, да, я забыл. Во-во-во, надо фонарик. Стартер. Стартер. А если он с ним вместе снимется, нет? Тоже 14? Да, 100%. Ну, вот только 14 есть. Ну-ка, подожди-ка. Вот это длинный. Не 14. Это 15. Это 14. Так, короче, мы тут час уже находимся. Да. Работает наше. Это, надышали, знаешь, сколько мы? 3 градуса надышали и нажгли. У нас теперь 8 градусов. Вау. Ага. Что у нас там, 12? О, вот видно даже часы доказ. 15, 15 примерно, 15-13. Это мы час 15 примерно тут уже мучаемся.
Ну, в принципе, уже почти скоро снимем. Да? Да. Так что? Наш ботаник там крутит что-то? Или ты тут отдыхаешь? Байдус. Ты там, наверное, филонишь? Оба-оба-оба. Чпок. Кардан задний, короче, откручивает. Еще знаешь, что будет проблема реально с этим... с ручником. Я не знаю, что делать. Как его отцеплять? Сейчас. Ух ты! Неровно прихватил. Пойдет. Короче, не можем выкрутить болт сливной. Масло с коробки, которое мы купили. Приходится, короче, туда приварить что-нибудь и пробовать выкручивать. Давай, очкарик. Ботаник. Самое прикольное, что мы ее чистили тряпочкой вот этой вот. И она у нас была это, бензином пропитанная. Мы это один раз черканули, и у нас был пожар. Мы его не сняли. Наверное, кончилось. Сварщик. Ребята, короче, болт сливной болт, короче, выкручивали дольше, чем коробку вытаскивали. Это вообще дурдом. Вот приваривали, потому что вид. Приваривали, короче, блядь. Отрывали, приваривали, отрывали. И наконец-то мы его открутили, блядь. И сняли мы вот кардан, ребята. Вот этот кардан, короче, от тирана, он уже мужской, да, скажем так. Mm-hmm. Америкосы, которые 5,7, там, которые там 6,5, там, у них вот такие карданы, я уже говорил. Во, мужской кардан. Во, сравнить с рукой. Mm-hmm. Это патроловский кардан, ребята. Это серьезные. Вот такой кардан сломать, он нормально ходит, смотри. Мы его смазали прикольно, да? У него ходу мамородная. Смотри, да? Да. Там ни хрена не надо с мотоциклом делать. Вывешивать, что-то будет удлинять. Тут нифига не надо удлинять, прикинь. О, мужской кардан. Теперь наконец давай коробку снимать. Все, открутили. Снимаем коробку. Давай. Так. Сколько время? Зим. 7 часов. Mm-hmm. Уже 7 часов, ну что? 4 часа мы сраную коробку доставали, пацаны. За 4 часа мы эту сраную коробку сняли. Как мы ее оставить будем, я хрен его знает. Сейчас мы ее разбираем, коробку, и будем соединять с нашей новой. Давай. Раздатку с той соединить. Надо сейчас масло слить. Mm-hmm. Надо. Один раз вон, коробка. Сливаем масло. Рассоединяем и увидим, что мы там наконец-то сломали. А? О-о. Че? Вообще игра нету. Да? Mm-mm. Вообще нету? Mm-mm. Вообще. Что получается? Может, соберем со всех? С двух одно? Mm-hmm. Короче, выход такой. Откручиваем нашу эту балдашку. Это будет наша. Короче, берем только оттуда, только чисто коробку. Да. Чисто коробку, потому что это у нас, скорее всего, целая. Тут у нас вообще никакого люфта ноль. Ну, маленько есть. А, это меньше, есть. Чем тама. А тама? Там вообще другом, кажется. Ну! Меньше, чем тут. Ну, не намного. Я бы сказал, овчинка выделки не стоит. Оставим эту. Я тебе отвечаю тут. Тут просто я длинная. Да, одинаково. Одинаково. Это мы оставляем. Эй, хмены. Тот возьмем. А почему там подшипника нету или что? Мы выкрутили, короче, сливной болт. Не зря тут магнитик. Вот это, да? Тут кусочки какие-то висят. Тут не только эта херня. Короче, вытекла золотая такая. Масло такое охеренное. Тут еще кусочки висят, прикинь. Не зря магнитик, а все-таки. Mm-hmm. Он собрал. Кое-что собрал. Короче, коробки конец 100%. Знаешь что?
Мы ее Андрюхе подарим. Блин, о, вкуснотища. Он ее сделает. Он ее сделает. Блин, интересно, что там дальше будет, а? Давай посмотрим, давай открываем. Будем крутить его дальше. Сейчас до конца масло сольем. Все, давай, крутим.